перед началом видео хочу вам порекомендовать канал «Крымский мордиолог». Канал ведет Данила, занимается в основном пляжным копом. У него очень много интересных находок. Золото, серебро, монеты, ну и тому подобное. Так что переходите, подписывайтесь на его канал. Привет, народ! Сегодня у нас опять пляжный коп. Приехали с ребятами. Лёх сейчас тикток будет снимать. Вот такой вот пляж. Вроде ямок не видно. Грунт тоже нас не высыпали. Фотографию вам вставлю с Яндекса, что здесь народ много купается. Вон пристань какая-то, на теплоход подходит сюда. Лодочная станция, там спуск. В общем, сейчас где-то градусов 15, в футболке холодно. Одеваем костюмы. Начинаем искать. Все заснимем. Приехали, в общем, золото искать. Тоненький медный сигнал. Я еще думал, что это такое. Денежка, 1852 год. Николай I. Охренеть. Вот это красота. Походу, его здесь не копали. Ну, я говорю, вообще прям четко. Чуть погнуто. Так, ну что, пару ходячек попалось. И вот колечко спаси, сохрани, серебро. Сейчас Лехе покажу. Он там тикток ведет. Долго лежит, все почернело. Да, я в хабарник положу, буду показывать. Что, эту монетку дать? Имперскую. Да, имперскую, давай. Серега такая попалась, но без камня. Скорее всего, медь нету. Ладно, заберем все, я прогнул. Вот интересное попалось. Блестит. А там бижутерия какая-то, бабочка. Достать не могу из этих камней. Опа. Блин. Бижух. Наверное, от лифчика или еще от чего-то отлетело. Ну ладно. Забираем. Сигналов вообще полно. Я там уже на берег выгрузил находки. Лех тикток снимает. Сейчас попозже подойду, вам покажу. А забыл снять. Так, у нас дождик пошел. Пашку он камней навел. Вот и наши находочки. Так, а что-то все перепутал. Где мои, где ваши? Ай-яй-яй. Вот сережка моя. Да, сережка. Это, кольцо. Кольцо и там что-то какие-то монеты. Монеток много у меня было. Царская монета моя. Это я им оставлю. Так, я еще принес. Советские тут точно наши. Да, я советов не находил. Вон у меня сколько мусора. Сложим сюда. Кидай вон там, где пирс. Там цепочки наверняка будут. Так вот, цепочку нашел. Ну, медная, скорее всего. На золото не похоже. Кусочек цепочки. Монеты, монеты. Как-то так пока. YouTube записать. Колечко такое выпало. Куча мелочи. Колечко. По-моему, это как-то недельки называется. 7 штук должно быть. Не знаю, непонятно, что за металл, проб не вижу. Ребятам передам, потом посмотрят. Да это непонятно, серебро или нет. Все, будем заканчивать. Еще погулял, походил, такой ток. Куча монет, колечко какое-то. Вот сейчас согнулось. Хабарница, болты, гайки, гильза. Не знаю, каких времен. В общем, вот пакет с мусором. Еще мусор весь туда выгружу. Тут уже накопленный нами тоже имеется. В общем, так, домой приеду. Все вам сниму, покажу.
и новый пляж для поиска. Туда по-любому будем возвращаться, но будем ждать, когда вас до хранилища будет спускать, чтобы по, ну, не в воде бродить, а так по берегу. В общем, такой вот итог. Очень много сигналов там было. Ребят много находок накопали. Но у них монеты, золота, серебра не было. А бижутерии два крестика. И то на грабли поисковые поймали. На ниточках были. В общем, часть пляжа в песке. Но песок на дне небольшая. Ну, основное все ил, заилено. Пробовал там походить. Проваливаешься, ботинки остаются. Сигналы все глубокие. Вот толком ничего там не поднял. Мусора очень много, фольги, пробок там насобирал. Ну и находки есть. Давайте пробежимся. Самый первый сигнал, ну самая первая находка. Денежка 1852 года. Смотрите, какая патина, какой сохран. В воде пролежала. Николай Первый. Единственное, чуть-чуть погнуто. Но состояние зато прям только из кошелька выпало. Потом цепочка такая попалась медная. Думал, может быть, с кубом порвал. Ходил на том месте, искал. И только у дома, когда оттирал, увидел тут на конце два колечка цепочки. То есть это какая-то висюлька была. То ли сережка, то ли еще что. Что-то подвешивалось, скорее всего. Медное. Кольцо неделька. Таких у меня уже штук 5-6. Наверное, целую неделю соберу. Ну, причем есть серебряные с пробами. Это без проб. Так что же бижутерия. Бабочка такая попалась. Скорее всего, на одежду вешалась. Ну, на купальник. Камушки из нее уже сыпятся. Тоже бижутерия. Вроде как медь. Вот латунь, не знаю. Так, сережка такая попалась медная. Надеялся, что может быть старина. Еще жалел, что без камня. А домой приехал, начал оттирать. И вот здесь надпись «Италия», что ли, что-то такое. В общем, современная бижутерия. Что-то никак не фокусирует. Вот, в общем, надпись есть. Так, куча ходячек. Чирики, двойки. Десятками 70 рублей. Две двойки. 5 рублей рублями. По 50 копеек. 3,50. Ну и 40 копеек по чирку. Такая. 3 копейки такие попались. 68-го года позднее. Ребята вдоль берега ходили. Я поглубже, я по грудь, по пояс заходил. Они у берега много монет, ну, набрали там. И ранние, и поздние советы попадались. Ельцинские. А ельцинских в этом выходе нету. Ранних тоже советов нет, только поздние. Ну и самая приятная находка. Серебряное колечко, спаси и сохрани. Никак не фокусирует. Что-то с телефоном, с камерой. Вес я вам там указал. Находка приятная. Золота нету, ну хоть колечко серебряное попалось. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. На канал Даниила подписывайтесь. Который я в начале ролика прорекламировал. Парень тоже по пляжам ходит. У него там находок погуще в Крыму. Народ больше купается, находок больше идет. У нас пока так. Ладно, всем спасибо, всем удачи.